Рассказываю, как скинуть 20% в Cold Car, как не платить сразу всю сумму и как сэкономить около 30 евро на сервисном сборе за заправку. Сначала заполняем анкету. Выбираем нормальную машину, например, Ford Fiesta, Opel Corsa. Посмотрим, сколько будет стоить эта машина. В этом тарифе много лишнего, получается 340 евро на 2 недели. Там включены всякие страховки, получение ключей в автомате. Нам это все не нужно, поэтому смотрим другой тариф. Снова прокручиваем до Ford Fiesta, выбираем тариф Full-Full. Это полный-полный бак. Еще есть тариф Crazy Smart. Там вы платите за заправку около 30 евро, не выбирайте его. На этом тарифе вы не будете платить за заправку, но сначала с вас возьмут за полный бак. Когда будете возвращать, его вернут. Применяем мой секретный код. Скидка 20%. Он действует уже 2 года. Смотрим, сколько получается. Сэкономили 12 евро. Это 20% от суммы аренды. Еще можно сэкономить 5 евро, если заплатить прямо сейчас. Имейте в виду, если вы не будете брать полную страховку, при получении с вас возьмут депозит 1100 евро. Эта сумма заблокируется на кредитной карте. Чтобы не блокировать эту сумму, берите полную страховку. Здесь она недорогая по сравнению с другими прокатчиками. Давайте посчитаем, сколько будет стоить. 229-230 евро делим на 14 дней, получается 16,5 евро. У других прокатчиков выходит примерно так же. Тут нам предлагают добавить бесплатного второго водителя. Добавляем, чего и нет. Итого, этим способом мы сэкономили 20%. Если вы будете оплачивать прямо сейчас на карте, сэкономите еще 5%. Gold Car очень хитрая контора. Здесь еще не включено НДС. При получении машины с вас еще сдерут около 23% сверху. Если вы выбрали тариф не full-full, а полный пустой бак, то с вас сдерут еще около 30 евро за заправку. В общем, будьте внимательны, читайте договоры и будьте осторожны с этим прокатчиком.